Сбои в работе на пассажирах не скажутся. В администрации Сургута провели совещание с городскими перевозчиками о том, как работать в сильные морозы. За минувшую неделю на портал «Твой Сургут» поступило немало сообщений от жителей с жалобами на график работы общественного транспорта. Как объяснили в мэрии города, сбои действительно бывают. В холода техника может отказать прямо на линии. Чтобы избежать такие ситуации, перевозчики выводят на линию весь автопарк. В будни по городу курсирует почти 140 автобусов и 80 маршруток. В выходные, учитывая снижение пассажиропотока, количество общественного транспорта на линии ниже. Но в резерве, однако же, стоит вся техника. Кроме этого, за перевозчиками следит и мэрия. Если количество автобусов и частота их выездов уменьшается, предприятиям выписывают штраф. Все мы понимаем, что автобус в любом случае при низкой температуре бывает ломается. И такие случаи, естественно, тоже были. То есть автобус бывает неожиданно просто глохнет или еще что-то. И значит, перевозчик тогда уже принимает все меры для того, чтобы его эвакуировать или отремонтировать на месте. Людей в этот период, значит, соответственно, пересаживают на другие маршруты без оплаты дополнительной.